대한민국의 에이전시로는 가장 많은 그 코디네이터를 보유하고 있고요. 그래서 저희는 러시아 분들에게 앞으로 좀더 나은 서비스를 제공해서 한국 내에 그리고 부산에 의료 관광을 선도할 수 있는 업체로 자리매김하겠습니다. Во всем мире идет серьезная конкуренция между странами в области медицинского туризма. Особенно Корея удерживает лидирующие позиции в лечении рака и трансплантации органов. Город Пусан с исключительной природной красотой и отличной инфраструктурой здравоохранения признан лучшим местом медицинского туризма в Северо-Восточной Азии. Это больница при университете Кушин, расположенная возле пляжа и окруженная красивым пейзажем. В этом году исполняется 61 год со дня открытия больницы при университете Кушин. Последние годы больница Кушин ускоряет улучшение инфраструктуры больницы, которая долгое время находилась в состоянии застоя. В 2010 году сделали крупномасштабное ремоделирование холла и каждого отделения больницы, включая амбулаторные. Затем начали строительство центра комплексного обследования на 10 этаже, подземного 2 этажа и центра эндоскопии. Также растет удовлетворенность среди пациентов. С 2004 года в больнице Кушин получили лечение большое количество пациентов из России. 특히 언어 장벽을 없애기 위해서 러시아에 능통한 우리 코디네이터가 상주하고 있습니다. 그리고 외국인 전용 병실도 운영하고 있고, 그래서 오신다면 편리하고 신속하게 진료를 받고 갈수 있지 않을까 생각합니다. В настоящее время онкологический центр госпиталя использует новейшее лечебное оборудование, имеющее возможность отслеживания раковых клеток. Безусловно, мы стараемся сохранять жизни наших пациентов. Больница Кошин провела благотворительную медицинскую акцию. Врачи больницы сделали операцию по исправлению педиатрической деформации 8-летней девочки из Узбекистана Таировой Махларой. Таирова Махларой в возрасте 8 месяцев получила ожоги рук и ног горячим молоком. В октябре она приехала в Корею по приглашению больницы, и ей успешно сделали операцию. Больница Кушин в течение последних нескольких лет проводила бесплатное лечение иностранным пациентам с трудным финансовым положением. В 2010 году пациенту из Камбоджи с неизлечимой болезнью сделали пересадку костного мозга бесплатно, которая стоила около 70 тысяч долларов. В год больница совершает около 5 поездок по всему миру с благотворительным медицинским целям. Здесь больница Янгсан при Пусанском национальном университете, которая образовалась в марте 2009 года. Больница Янгсан при Пусанском национальном университете, расположенная в юго-восточном регионе Южной Кореи, считается медицинской меккой. Больница гордится тем, что среди медицинского персонала, который насчитывает более 150 человек, есть те, которые приглашены на работу в больницы из США и других стран с развитой медициной. Также она имеет такие же передовые медицинские оборудования, как в Сеульской больнице, и даже лучше. Больница Янгсан показывает хороший результат в лечении рака и тяжелых заболеваний. Для предоставления иностранным пациентам уютную и удобную атмосферу больница создала Международный медицинский центр. В Международном медицинском центре имеются 2 процедурных кабинета, кабинет координаторов-переводчиков и конференц-зал. Для удобства пациентов из России в центре установили 4 российских телеканала. Также пациенты прямо в центре могут осуществить регистрацию и плату за лечение. 환자가 자기 병을 의뢰를 하고 거기에 대한 분석을 하고 그다음에 거기에 맞춘 견적서를 발부를 하고 그다음에 우리가 초청장을 발부를 하고 환자가 입국해서 출국할 때까지 모든 케어 그리고 계산까지 여기 센터 내에서 하는 이 병원 안에 식당과 숙박시설 즉 게스트룸으로서 호텔 같은 시설이 갖춰져 있기 때문에 환자들이 머물고 치료를 받고 쉬는 데 있어서 가장 시설이 잘 갖춰져 있는 병원이라고 할수 있겠습니다. 양산 부산대병원의 가장 큰 장점은 국제 진료를 위한 준비 자체를 JCI, 즉 국제 인증 평가 기관에 인증을 받은 기관입니다. 따라서 모든 병원의 절차, 안전 시설 내지는 치료 절차에 대해서 국제적인 기준에 맞춰서 진료를 하고 있습니다.
Международный медицинский центр при больнице Янгсан обращается много иностранных пациентов. Среди них 69,8% – пациенты из России, 76% – из США и 6,7% – из Китая. Эти пациенты в основном обращаются с такими болезнями, как рак и заболевания коронарной артерии. Координаторы больницы сопровождают пациентов из России в течение всего курса лечения. Больница Янгсан предоставляет все необходимые условия для реабилитации и отдыха пациентам из России.